Знакомьтесь, Никита остался без работы. Деньги на оплату жилищно-коммунальных услуг, счетов и наличные нужды необходимы. Сестра подсказала обратиться в Сберкнижку. Займ под залог недвижимости удобен по нескольким причинам. Это быстро. Деньги вы можете получить уже на следующий день. Это просто. Вам будет одобрено до 1 миллиона рублей на срок до 10 лет. А плохая кредитная история не будет поводом для отказа. Это выгодно. От 3% в месяц с возможностью частичного гашения основной суммы долга. И никаких штрафов за досрочный возврат. Микрофинансовая организация «Сберкнижка» действует на основании свидетельства, выданного Центральным банком Российской Федерации. Приходите и оформляйте заявку на нужную вам денежную сумму. А наши специалисты посоветуют вам наиболее выгодные условия. О «Сберкнижке» узнал из газеты, вспомнил, что моя сестра туда уже обращалась. Позвонил в «Сберкнижку», записался на удобное для себя время. Мне одобрили 100 тысяч по 3% в месяц. Меньше, чем за 30 минут. Планирую рассчитаться за 8 месяцев, но срок займа я выбрал 1 год, так как за досрочное погашение никаких штрафов и комиссий не берется. Куда обратиться за деньгами, я уже знаю. Займы под залог недвижимости. Микрофинансовая организация «Сберкнижка», улица Никитина, 18, телефон 206-97-50.